Всем добро пожаловать! Вы попали на мой канал Stickies228. С вами, как всегда, я, Игорь, а это игра Tabletop Racing. И сегодня мы будем, гонять на маленьких машинках, участвовать в гонках на тех же маленьких машинках. И нас тут уже встречает приятная такая веселенькая, бодренькая музычка, ребят. В общем, мы будем гонять по различным местам, скорее всего, квартиры или дома. Например, такие как кухня, гостиная, спальня и так далее. Но сейчас будет коротенький пиар. Сейчас я хочу пропиарить канал моего друга, который называется Mindex. Ссылочка будет на него в описании. У него пока что один ролик, но просмотров он набирает довольно-таки неплохо. Уже 9 просмотров, а у него 4 подписчика. У него... Он монтирует через комп, как он мне, в принципе, говорил. Поэтому подписывайтесь, жмякайте на колокольчик, ставьте лайки и пишите в комментариях то, что вы от меня. Ну а сейчас мы начинаем и переходим к ролику. Ну что ж, а мы возвращаемся к игре. Эта игра полностью на английском. В настройках я не нашел изменения языка. В принципе, английский я подтянул на достаточно хороший уровень. У нас тут есть гараж. Это наша машина. Да. Ее можно прокачать. Также можно прокачать вот эту машину. А остальные нам нужно ребятули покупать. Либо, наверное, выигрывать. Так, это у нас прикольно выглядит машинка. Ну, мы давайте покатаем на самой первой вот этой мороженой машине. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим, что у нас тут вообще есть за режимы. Есть онлайн-режим на чемпионов, типа реальные гонки в реальном времени. Также есть режим дрифта, режим специальных... Так, я тебя что-то не понял. Режим специальных миссий, где нужно нам выполнять те или иные миссии, и мы будем получать за них, наверное, награду, как я понял. И есть, наверное, это гонка с ботом. Хотя я не очень уверен. Ну да ладно. Либо это на время. Скорее всего, на время. Ну и давайте в самый первый режим. Так. Окей. В общем, нам нужно пройти бронзовый. И дальше будет дальше. Ну окей. Поехали, ребят. Либо это не онлайн. Ну, короче, я не знаю. Давайте посмотреть самый первый. Одна машина. Один победитель. Ну, в общем, ясно. Я вообще не знаю тут обучение. Ну, сейчас, надеюсь, разберемся. Ну, это ясно все. А, вот на время, ребят. Окей. А, тут она сама едет. Ничего себе. Нам нужно только поворачивать. Блин, прикольно. Да и графончик тут классный. Для такой-то игрули. Она весит, блин, ну... 0,5 гигабайта где-то. Или даже 600 мегабайт, я имею в виду. Ай-яй-яй-яй-яй. Старт. Отлично. Значит, все-таки вот это на время, да. Я перепутал немного. Ну да ладно, мы заработали 1750 монеточек. Окей, дом. Идем дальше. Давайте смотреть. Да, это я все знаю. Поехали. Это получается у нас тут 2 круга. Окей. Так, это у нас что? Ой. Так. О, это у нас нитро. Прикольно. Куда я поехал? Нет. Черт, давай, гони. Черт, да что это за... Дичь происходит только на 2-м уровне. Гони. А!
Давай, давай. Гони, бро, гони, гони. Гони, нет, не туда. Ну что ты делаешь? Все, не будет у нас 3 звезды. Да что это за фигня? Чё так сложно? Либо я не умею ездить, что скорее всего. Так, ты полегче там. Да, даже 2 звезды не будет. Серьезно? Да. Я аж закашлял. Не, я не хочу в этом режиме. Нет, спасибо. С меня достаточно. Давайте вот этот режим. Это, скорее всего, онлайн. Либо с ботом. Давайте вот эту. Вообще, это, по идее, должна быть онлайн игра. Ну, там посмотрим. Так. Можно мешать. Пошел отсюда, блинский. Ух, сосиску врезался. Так, поаккуратней. Ты чё, охренел? Скотина какая. Пошел вон отсюда. Оп, 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 оп. Опа, опа, опа. Тихо. Ну, я пришел 5-м. А, нет, это тут только 2-й круг. Так. Нифига ты! Это что за дичь? Ну всё. Ты меня достал. Пошел вон. Ай-яй-яй-яй-яй! Ух! Пошел отсюда. Надо было ящик подобрать. А, я вообще вылетел. Блин, что я сделал? Да уж. Мне тут учиться и учиться, ребят. Так, поаккуратнее, поаккуратнее. Тихо. Давай я это скину. Возьми ракету. Давай-ка вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да... Ну все, я проиграл. Скорее всего. Даже не займу 5-е место, наверное. Так, ушел. Да уж, да блин, что это за фигня такая? Да. 6-й, ребят. Но мне нужна тачка получше, естественно. Тут я поделать ничего не могу. Блин, хотя я даже не пойму, это онлайн или нет. Да, ребят, была назойливая реклама. Давайте попробуем режим вот этот. Специальных ивентов. Это... Ой-ё. Давай вот этот. Ничего себе. А, тут, кстати, еще тачки прикрашивать можно, я забыл совсем. Чёрт. Пошёл вон отсюда.
Опа-опа. Ничего себе, у нас тут гоночки. Да вот чё? И каким я пришел? Четвертым. Да ну. Да... Эта игра, походу, ребят, не для меня. Я так не могу. О, господи. Давайте попробуем дрифт. Поехали. А, специальная машина. Вижу, вижу. Окей. Ну, давайте тогда заработаем немного монеток. Так. А, хотя подождите. У меня вроде бы там... За сколько... Охренеть, за сколько тут тачки нужно покупать. Да ты чё? Обалдеть. Да. Ну давайте тогда хотя бы улучшим тачку. Так. Поехали. Хотя не, давайте вот этот вот. Посмотрим, что да как в нем будет. Так, идем. Все. Это пропускаем, мне это вообще не нужно. Так, поехали. Ух. Гоночки. Оп. Тихо. Я тебя не понял. Так, тихо. Блин, я сам потерялся. Я четвертый. Теперь шестой. Да ты чё, издеваешься, что ли? Пошел отсюда. Ай, сам себе же помешал. Да уж. Надо догонять, ребят. Ты чё, а? Собака. Я третий, второй. Теперь вообще пятый. Езжай, давай, бро. Да обогнать его как-то нужно, а? Отлично, обогнали, ребят. Теперь мы лидируем. Ебой, кто тут папочка? Я тут папочка. Отлично. Счетенько, ребят. Счетенько. Отлично. Хоть я и болею, но такие игры красят мне настроение. Ладно, поехали. А что это линейка у нас? Я понял. Ясно. Ты что делаешь? Это, короче, у нас преследование, да. Это у нас, ребят, преследование. Долбаная отвертка, а? Давай. Отлично. Все. Четко.
В смысле, я ничего не сделал? Да, ну я так не играю. Кстати, ребят, скоро выйдет ролик по Iron Blade. Я ее не забросил. Ну что же, ну что, ребят. Вот такая была у нас игра. Tabletop Racing. Если она вам понравилась, то пишите в комментариях, зашла ли она вам. Она полностью на английском, но я английский понимаю, поэтому мне в нее играть не трудно. Это были такие гоночки, ну, более для детской аудитории, потому что тут не прям такие болидные гонки, там как Racing Car 3, вроде так называется игра, или там, например, Асфальт какой-то 9, да? Нет, тут простенькая игрушка для детей. Поэтому она мне довольно-таки понравилась. Не знаю, буду ли я продолжать в нее играть. Но, в общем-то, игра крутая. Графончик меня порадовал. Музычка такая классная. Тебя наводит на движение какое-то, на танец и так далее. Ну что ж. Вы были на моем канале Stickies228. С вами был, как всегда, я, Игорь. Ну, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы впервые на нем, жмякайте колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов и стримов, а также, ребят, пишите адекватные комменты, играйте в хорошие и качественные игры. Всех люблю и пока-пока.